Здравствуйте. Меня слышно? Зашибись, значит, все нормально. Сегодня у нас будет лекция следующая. Это опять будет физиология, только на этот раз это будет уже физиология сердечной недостаточности. Это ну, наверное, решающий вопрос после анатомии для того, чтобы понимать вообще, что происходит с сердцем и что мы лечим конкретно. То есть мы лечим не сердце, ну, у собаки не бывает там плохого сердца, больного сердца или что-то не так с сердцем. Есть определенные патологии, которые мы должны лечить. Для того, чтобы знать, что происходит при этих патологиях, мы должны понимать, как вообще развивается патология сердца, как изменяется гемодинамика, что, в общем, происходит с ним. Итак, приступим. Сердечный цикл состоит из очень тонко и точно синхронизированных электрических и механических процессов, которые приводят к ритмическому сокращению предсердий и желудочков, благодаря чему кровь поступает в малый и большой круг кровообращения. Что все это значит? Это значит, что есть определенный алгоритм действий, которые производит сердце для того, чтобы адекватно выбросить кровь к легким и выбросить кровь на большой круг кровообращения, чтобы он прошел весь организм. Все это четко очень запланировано, и если происходят какие-то изменения, даже самые малейшие, то, по идее, сердце уже не может адекватно работать. И есть варианты либо умереть, либо как-то компенсировать какие-то недостатки, которые могут происходить. Есть проблемы, которые можно компенсировать, и есть проблемы, которые невозможно компенсировать. В каждой камере есть определенное давление, которое поддерживается в норме. Сердце стремится к этому, и все, в общем-то, весь организм стремится к тому, чтобы в этих камерах поддерживалось определенное давление. Как только это давление меняется, сердце начинает изменять свое строение для того, чтобы жить с таким давлением, которое появилось в результате какой-либо патологии. Это касается как острой сердечной недостаточности, так и хронической. Здесь на слайде представлены цифры по давлению, какие должны быть. Я не думаю, что их нужно обязательно заучивать, если вы не планируете быть кардиологом, но хотя бы примерно представлять, о чем идет речь, о каких давлениях нужно. То есть у нас в левых камерах сердца давление высокое, это особенно в левом желудочке и в аорте. Это 120 мм ртутного столба в систолу и в левом желудочке и в аорте. В диастолу в аорте 70-80 мм ртутного столба, и это норма. В то время как в правом желудочке 25-35 мм ртутного столба в систолу. Какие факторы влияют на функцию желудочков? Прежде всего, стоит понимать, что такое сердечный выброс. Это объем крови, перекачиваемый сердцем за одну минуту. И сердечный выброс формируется из ударного объема, который помножен на частоту сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений контролируется вагусом, главным нервом. Если мы раздражаем вагус, то ЧСС снижается за счет стимуляции М2 холинорецепторов. Если задействована симпатическая нервная система, то ЧСС повышается за счет стимуляции B1 рецепторов, B1 адренорецепторов и B2 адренорецепторов. И ударный объем крови – это объем крови, который, выходит за одно сокращение. И все это зависит от преднагрузки, постнагрузки и сократимости миокарда. Что нам важно понимать? Что такое преднагрузка? Преднагрузка – это приток крови, наполняющий желудочки, которая зависит между конечным диастолическим объемом и объемом притока крови, это венозный возврат. Конечный диастолический объем – это то количество крови, которое у нас осталось в камере сердца после того,
в момент в диастолу. И объем притока, либо венозный возврат, это то, что там пришло. Увеличение притока, то есть большее количество крови, которое попадает в ту же камеру, это может быть связано с венозным возвратом, это может быть связано с объемом циркулирующей крови, это может быть связано с частотой сердечных сокращений. При повышении ЧСС диастола укорачивается в большей степени, чем систола, и возникает дефицит наполнения. То есть при повышении частоты сердечных сокращений сердце в расслабленном состоянии находится гораздо меньше, чем в состоянии сокращенном. В расслабленном состоянии сердце получает кровь. То есть кровь может попасть в камеру только когда там снижено давление, когда туда можно попасть. Если там давление высокое и систола, то оно, соответственно, кровь туда не притекает. И это зависит от растяжимости миокарда. То есть преднагрузка, вы должны понимать, это, ну, грубо говоря, если там речь идет, допустим, о объеме циркулирующей крови, это большое количество крови, которое пытается залезть в небольшую камеру. Это мы видим на примере с кошкой и коробкой. Собственно, вот этот прекрасный парень пытается залезть в эту маленькую коробку, но не помещается. И это физически нормально. То есть для него, либо для такого объема крови должна была быть такая вот коробка, либо должен стать меньше кот. Мы не можем сделать коробку больше, пока эта коробка сама не станет больше, но мы можем сделать немножко меньше кота, как-то ни странно. Потом очень важно, есть закон Франка Старлинга. Он гласит, что чем больше мышца сердца растянута поступающей крови, чем больше туда объем крови пытается залезть, чем больше кот пытается залезть в коробку, тем больше эта коробка обратно потом сократится. И тем больше будет вытолкнуто. То есть если большой кот пытается залезть в маленькую коробку, то большой кот вылетит из этой коробки. Я понятно объясняю? Будем надеяться, что да. А потом постнагрузка. Тоже очень важный момент. Это сила, которую миокард должен развить, чтобы вытолкнуть кровь по сосудам. Это сила, которую сердце должно приложить к тому, чтобы вытолкнуть ту кровь, которая туда поместилась, как бы она туда не попадала. Это сила сокращения, это свойство аорты и ее ветвей. То есть зависит от того, насколько аорта и другие сосуды там сузились по какой-либо причине или расширились. Это зависит от вязкости и плотности крови. То есть если животное обезвоженное и у нас животное находится в состоянии гемоконцентрации, то естественно эту густую кровь сложнее вытолкнуть из сердца. И ОПСС. Правый желудочек более чувствительный к изменению постнагрузки, так как его стенки тоньше, потому что стенки левого желудочка у нас в разы толще, чем у правого, потому что цель левого желудочка всю жизнь перекачивать кровь на большой круг кровообращения, а правый желудочек, он как бы так немножко работает, потому что ему нужно всего лишь кровь докинуть до легких и все. А это, как известно, недалеко. Сократимость – это скорость укорочения сердечной мышцы. Она зависит еще очень от кальция в крови. Выбрасывается в кровь норадреналин, стимулируются бета-1 адренорецепторы. Если сократимость снижается, ну, в этом случае сократимость повышается. При снижении сократимости
Сердце не может вытолкнуть тот объем крови, который у него помещается. Снижение сократимости может быть незначительным, полным или неправильным. Это гипокинезия, это незначительное или частичное снижение сократимости. То есть там, допустим, должно было быть 35, стало 30%. А кинезия, как правило, это происходит с предсердиями. Когда они сильно увеличены, то они практически уже не могут сокращаться, и мы видим шарик, который практически не меняет своего размера. И дискинезия, чаще всего это происходит при инфарктах миокарда, когда какой-то конкретный участок перестает сокращаться, либо сокращается неправильно и имеет движение в какую-то другую сторону. Снижение сократимости может происходить в результате гипоксии, снижение количества кислорода, поступаемого к миокарду при ацидозе. Это различные заболевания, которые изменяют щелочную среду крови. Уменьшение массы рабочего миокарда. И при даче наркоза, также при использовании различных анестетиков, может снижаться сократимость. Это будет вариант нормы. Но, естественно, нам нужно учитывать, что если животное имеет какую-то патологию, и на эту патологию мы еще добавим, мы к этой патологии еще добавим на какое-то время анестетики и снизим еще сократимость, то может развиться отек легких и другие неприятности. Что же в итоге такое сердечная недостаточность? О чем вообще идет речь? Сердечная недостаточность – это состояние дефицита функции сердца, обусловленное ремоделированием миокарда и сосудов. Или другой вариант объяснения сердечной недостаточности – это неспособность сердца перекачивать объем крови, необходимый для обеспечения метаболических потребностей организма. Это систолическая дисфункция. Или возможность обеспечивать эти потребности только благодаря ненормальному высокому давлению, заполнению полостей сердца. Это диастолическая дисфункция. Или за счет обоих этих механизмов. То есть сердечная недостаточность – это либо у нас сердце не может адекватно перекачивать кровь, либо может, но оно уже изменилось для того, чтобы это было возможно. Либо происходит и то, и другое. То есть сердце уже изменилось, но у него все равно ни хрена не получается. А в зависимости от снижения функциональной способности того или иного желудочка сердца различают либо левожелудочковую недостаточность, либо правожелудочковую недостаточность. В случае, когда это двусторонняя патология, то это бивентрикулярная недостаточность. Здесь на слайде есть картинки. С этой стороны мы видим недостаточность левых камер. Это у нас левый желудочек и аорта, и левые камеры сердца уже сильно расширены по сравнению с правыми, и стенка истончена. Здесь же мы видим нормальные левые камеры сердца с нормальной толщиной стенок, но видим очень большие правые камеры, получается, по сравнению с левыми, хотя должно быть наоборот, и еще более тонкие стенки, чем должны были быть. Правожелудочковая сердечная недостаточность. Она может возникать в результате заболеваний сердца, изменений сердца. Это могут быть врожденные пороки, это могут быть инфаркты правого желудочка, либо межжелудочковой перегородки, либо это завершающая часть левожелудочковой недостаточности. Заболевания верхних дыхательных путей могут также вызывать правожелудочковую недостаточность, потому что у нас постоянно идет повышенное давление в легких. Эти заболевания – это сужение носа, гортани, опущение небной занавески, коллапс или сужение трахеи или бронхов. Могут заболевания легких приводить к правосторонней сердечной недостаточности.
То есть любая патология легких, которая вызывает длительную нагрузку на легкие, это прямой путь к правосторонней сердечной недостаточности. И заболевания сосудов легких – это первичная легочная гипертензия. У людей это доказанная патология, к сожалению, чаще всего с летальным исходом без пересадки легких. У животных это, насколько мне известно, не очень доказанная патология, то есть маловероятно. Как правило, есть какая-то причина, которая вызывает правостороннюю сердечную недостаточность. Но это если речь идет о изолированной правосторонней. То есть, когда мы наблюдаем животное с длительным кашлем, с длительной одышкой, с длительным перегрузкой малого круга кровообращения, там, у животного брахицефалический синдром или астма кошек, то вполне вероятно, что на УЗИ мы найдем измененные правые камеры сердца, и это будет компенсаторный механизм по отношению к тому, что происходило с животным длительное время. И вполне вероятно, что это не будет являться патологией. А на там какой-то длительный период времени, но рано или поздно, если животное доживет до этого, то мы будем иметь уже дело с сердечной недостаточностью правосторонней. Это происходит совсем не быстро. Сейчас он, злодей, очень долго листает файлы. Итак, у нас есть несколько видов механизмов развития сердечной недостаточности. Это может быть связано с миокардом, миокардиальная сердечная недостаточность. Это может быть связано с перегрузкой. Это может быть связано с перикардом и может быть связано с нарушением ритма. Я в предыдущих слайдах ничего не говорила, только про перикард. Соответственно, при наличии каких-либо изменений в перикарде, как помним из предыдущей лекции, это сердечная сорочка, сердечная сумка, в общем, мешок, который окружает сердце вокруг. Если этот мешок, эта оболочка как-то изменяется, например, становится более плотной, либо там появляется жидкость, то сердце не может адекватно расправляться и возникает также сердечная недостаточность. Итак, механизмы компенсации. Это повышение сократимости миокарда при увеличении его растяжимости, это закон Франка-Старлинга. Увеличение сократимости миокарда при возрастании нагрузки на него, это геометрический механизм. То есть миокард сильнее сокращается, когда на него сильнее давят. Мышцы накачаны. Повышение сократимости сердца при возрастании симпатико-адреналовых влияний на него. Это у нас получается нервная гуморальная регуляция, когда сердце начинает активнее сокращаться. И возрастание сократимости сердца при увеличении частоты его сокращений. То есть сердце компенсирует себя не только частотой, но и начинает активнее сокращаться. И все это приводит к повышению силы сокращения, повышению скорости сокращения и повышению скорости расслабления миокарда. То есть сердце у нас работает интенсивнее, быстрее, сильнее, но меньше. Механизм развития сердечной недостаточности. Прежде всего, это компенсаторная гиперфункция сердца. Сердце стремится работать несмотря ни на что и поддерживать нормальное давление в сосудах. Функционирование названных выше механизмов обеспечивает экстренную компенсаторную сократительную функцию перегруженного или поврежденного миокарда. Это происходит немедленно, это сопровождается значительным и более или менее длительным увеличением интенсивности функционирования сердца. Это его компенсаторная гиперфункция. Компенсаторная гиперфункция
миокарда обуславливает экспрессию отдельных генов кардиоцитов. Она проявляется увеличением интенсивности синтеза нуклеиновых кислот. Сейчас я позже объясню, что все это значит. И ускорением синтеза нуклеиновых кислот и белков миокарда, что приводит к нарастанию его масс. Биологические значения компенсаторной гипертрофии сердца заключаются в том, что увеличенная функция органа восполняется его возросшей массой. То есть, когда у нас появилась по какой-то причине патология, по какой-то причине у нас изменилось давление, у нас появился больше объем крови, у нас появилась там постнагрузка усилилась или преднагрузка, то, соответственно, сердце, у него есть варианты либо умереть, тогда весь организм умирает, либо компенсировать то, что произошло, для того, чтобы максимально длительное время поддерживать максимально адекватное состояние организма, чтобы достаточное количество кислорода поступало к головному мозгу и к самому сердцу. И, соответственно, оно начинает качаться и накачивается. Выделяются в кровь определенные вещества, нуклеиновые кислоты и белки, и стенки сердца утолщаются, утолщенные стенки, грубо говоря, как мы в тренажерном зале мышцы накачиваем, так и здесь это мышцы, и она на кисле, ей это не... И есть механизм декомпенсации гипертрофированного сердца. Потенциальные возможности гипертрофированного миокарда увеличивать силу и скорость сокращения не беспредельны. То есть, если долго работать в усиленном режиме, то можно доработаться. Если бежать марафон со скоростью 100 метровки, то далеко мы не убежим. Но если мы убегаем от собаки, допустим, то нам это просто необходимо, иначе нас сожрут. А дальше уже... Когда убежим, там посмотрим, что будет делать. Ноги будут отваливаться, но тем не менее мы... Вот и с сердцем примерно так же. Если на сердце продолжает действовать повышенная нагрузка, и оно дополнительно повреждается, сила и скорость его сокращения в итоге падают, а их энергетическая стоимость возрастает, развивается декомпенсация гипертрофированного сердца. Это как раз тот случай, когда мы говорим о том, что, допустим, у животного было ГКМП, там стенки были утолщенные, и вот они снова стали там тонкими или плохо сокращающимися. Это связано с декомпенсацией гипертрофированного сердца, оно долго бегало и добегалось. В основе декомпенсации длительной гипертрофированного миокарда лежит нарушение сбалансированности роста различных его структур. Эти сдвиги в конечном счете обуславливают уменьшение силы сердечных сокращений и скорости контрактильного процесса, то есть развитие сердечной недостаточности. Когда у нас появилось какое-то изменение, повысилась постнагрузка, преднагрузка, то сердце начало активно сокращаться, стенки его утолстились для того, чтобы оно могло выбрасывать нужный объем крови. Но это уже сердечная недостаточность, которая компенсировалась. У нас что-то изменилось, сердечная недостаточность возникла, сердце подумало, что пора бы что-то предпринять, и компенсировало этот момент. Компенсировать долго оно не смогло, и развилось, мы перешли в стадию декомпенсации. Есть некоторые факторы, которые приводят к возникновению симптомов застоя у компенсированных животных. То есть переводят животное из стадии компенсации в стадию декомпенсации. Это может быть связано с активацией метаболических процессов, это может быть связано с гипертермией, с инфекциями, с анемиями, с тахикардией, с нарушениями эндокрологическими, такими как гипертиреоз, и с беременностью. То есть все это у нас изменяет состав крови, все это у нас изменяет
уровень гормонов, которые влияют на то же сердце, на уровень, на объем крови, на количество кислорода, перекачиваемого крови, то есть когда у животного развивается анемия, если у этого животного есть компенсированная сердечная недостаточность, то сердцу приходится, казалось бы, тот же объем, который нужен, но ему приходится качать его гораздо интенсивнее, потому что в этом объеме крови недостаточно кислорода. А мозг хочет кушать, поэтому оно начинает очень активно работать и быстренько декомпенсируется. Может быть связано с увеличением объема циркулирующей крови. Это, допустим, избыточное потребление поваренной соли. Есть такие прекрасные люди, которые там любят угостить собачку супчиком или колбаской. И в данном случае у нас физиологически просто повышается жажда, физиологически увеличивается объем циркулирующей крови за счет появления жидкости. И на компенсированное сердце, которое вот подстроилось, резко приходится гораздо больше преднагрузка. Оно портится. Ну и почечная недостаточность, соответственно, у нас в том же русле стоит. И есть состояния, которые сопровождаются повышением постнагрузки. Это может быть эмболия, допустим, легочной артерии, это может быть нелеченная артериальная гипертензия, состояние, сопровождающееся нарушением сократимости миокарда, несоблюдение режима медикаментозной терапии сердечной недостаточности, либо выраженная брадикардия. Есть люди, которые, допустим, когда им даешь назначение и говоришь, что все это очень важно, они выбирают там каких-то два препарата, которые кажутся им очень важными, кажутся им нужными, либо они только их нашли, и начинают давать только их. У нас вся вообще схема сбивается, и животное быстренько переходит в следующую стадию сердечной недостаточности. Либо, допустим, у нас были длительное время препараты, которые поддерживали нужную нам гемодинамику. Этот препарат по какой-то причине там не успели они купить, он выпадает из схемы, и сердце уже само не может справиться. Оно опять же переходит в стадию декомпенсации. Хроническая систолическая сердечная недостаточность – это клинический синдром, который осложняет течение ряда заболеваний. Это синдром, который возникает в результате неспособности левого желудочка так эффективно сокращаться, чтобы выбрасывать нужный объем крови организму. Он характеризуется наличием одышки. Сначала одышка появляется при физической нагрузке, затем одышка может быть постоянной в покое. Быструю утомляемость, может появляться асцит или гидроторакс, или и то, и другое. Могут появляться периферические отеки и объективные признаки нарушения функции сердца в покое. Например, мы слышим шум, либо на УЗИ мы ничего не видим. А как давно у вас слайды не меняются? Поменялся? А теперь должен был обратно поменяться. Отлично. Если слайды не меняются, вы говорите об этом, потому что дальше все будет вообще на пальцах, на картинках. Очень жаль, что здесь такая маленькая презентация в плане масштаба. У меня вот она на весь экран не расправляется, и просто картинки там будут очень важные. Для того, чтобы просто понимать, о чем идет речь, я специально вставляла слайды. И специально картинки мне оставляла большое количество.
Итак, что мы подразумеваем под сердечной недостаточностью? Сердечная недостаточность может быть разной. Это может быть состояние, при котором створки клапанов полностью не закрывают отверстие, через которое проходит кровь. Это называется клапанная недостаточность или недостаточность клапанов. Соответственно, здесь на картинке мы достаточно четко это видим. Это у нас получается стрелочками указано, что это систола, то есть левый желудочек сокращается, кровь, по идее, должна была уйти полностью вся в аорту, но не сложилось, клапан у нас неправильный, деформированный, и часть крови обратно вернулась в левое предсердие. Это клапанная недостаточность. Картинки меняются? Опять нет? А, отлично. И сердечная недостаточность, когда свободные края клапанов срастаются между собой, либо у нас возникает сужение кольца, где находится этот клапан. Либо там появляется, либо на клапане появляются какие-то объемные изменения, которые не позволяют полностью адекватно клапану раскрыться в момент прохождения крови, то говорят о стенозе клапанов. Здесь на картинке это представлено. Соответственно, у нас кровь находится сейчас в левом желудочке. Левый желудочек начинает сокращаться, это указано стрелками, и кровь должна уйти в аорту на большой круг кровообращения. Но она не может полноценно этого сделать, потому что клапан аорты по какой-то причине изменен, и здесь стеноз. Сужение. Через это сужение крови сложно пройти. Соответственно, для того, чтобы через него пройти, для этого нужно левому желудочку стать толще и сильнее сокращаться, чтобы через узкое отверстие кровь смогла пройти в том же объеме и с тем же напором дальше. Бывает такое, что эти виды порока сочетаются, возникает так называемый комбинированный или сочетанный порок. Поражение сразу нескольких клапанов определяют как сложно комбинированный порок. Что-то мне не особенно получилось найти просто комбинированный порок на понятных картинках, поэтому здесь будет представлена аномалия Эпштейна. Это, ну, в общем, половину можно не обращать внимания, что изменилось сердцем. Самое важное то, что мы здесь должны видеть вот нормальное сердце, нормальные правые камеры, правое предсердие, правый желудочек. Здесь же у нас есть недостаточность трикуспидального клапана. То есть во время систолы кровь возвращается обратно в правое предсердие. И есть стеноз легочной артерии. То есть, помимо того, что у нас часть крови возвращается обратно в предсердие, ей еще и ни хрена не попасть нормально в левую, в легочную. Это тяжелый порок, который, в общем, частично компенсируется. Если бы это было не в сочетании, если бы это не было аномалией Эпштейна, то такое животное не смогло бы жить. А так у нас часть крови еще приходит сюда из дефекта межпредсердной перегородки. Существует как минимум 8 простых пороков, то есть это и 247 комбинированных пороков. Это то, что можно предположить. Далеко не все эти пороки позволяют животному выжить. В общем-то, как и человеку, есть некоторые изменения, которые несовместимы с жизнью. Бывают врожденные пороки сердца отдельно. Это отверстия в перегородках между желудочками, либо между предсердиями, незакрытие отверстий и так далее. И в зависимости от формы поражения клинические признаки пороков могут сильно различаться.
О чем идет речь? О 8 простых пороках. Это у нас есть 4 клапана в сердце. Они могут быть 4 клапана иметь недостаточность, и все те же 4 клапана могут иметь стеноз. К сожалению, видео у меня так и не получилось запустить. Я в следующий раз, когда буду все-таки рассказывать УЗИ, я очень постараюсь сделать так, чтобы можно было просматривать видео. Сейчас мы более подробно разберем, что происходит в моменты недостаточности, в моменты недостаточности, в моменты стенозов каждого из клапанов. Это необходимо для того, чтобы понимать, как меняется гемодинамика и что делает сердце, чтобы подстроиться под тот ритм жизни, который есть у нас. При недостаточности двухстворчатого или митрального клапана. Жалко, что видео не работает. Собственно говоря, вот место локализации, которое у нас неправильно работает. Здесь получается у нас митральный клапан, который не полностью смыкается. Он находится между левым предсердием и левым желудочком. Из левого предсердия кровь должна поступить в левый желудочек, а из левого желудочка кровь должна уйти в аорту. В нашем случае кровь во время систолы, деформированный клапан не полностью закрывает предсердно-желудочковое отверстие, то есть вот этот участок. И кровь из левого желудочка попадает не только в аорту, но и обратно в предсердие. Это вызывает очень сильный шум, который мы, как правило, чаще всего слышим. Ну, это основной шум, который появляется. Это недостаточность митрального клапана и звук регургитации. Во время диастолы в желудочек поступает крови больше, чем в норме. Левый желудочек расширяется и в дальнейшем гипертрофируется. Почему во время диастолы поступает в желудочек крови больше, чем должно было быть? Может, кто-нибудь ответит? Вам поэтому экзамен сдавать, надо вникнуть. Да, правильно, потому что в предсердии у нас дохрена крови, потому что кровь обратно поступила, часть крови обратно пошла в предсердие, туда пришла кровь из легких. Соответственно, предсердие попыталось сократиться, сократилось насколько смогло и выпихнуло больше крови, чем было до этого. Соответственно, из-за этого у нас в левый желудочек поместилось больше. По закону Франка Старлинга, чем больше запихали, тем, соответственно, больше нужно выпихать, и тем сильнее должно сократиться, и стенки левого желудочка начинают планомерно утолщаться. То есть, если у нас длительное время происходит, есть большой объем крови, который запихивают в левый желудочек постарается с этим что-то сделать, чтобы он мог дальше работать и жить, и станет толще. То, что у нас происходит, соответственно, при недостаточности митрального клапана. Сначала у нас компенсаторные процессы осуществляют гипертрофию левого желудочка, левого предсердия, потом уже затрагивают правые камеры сердца. На отдельные вопросы я попозже отвечу, ладно? То я так не смогу сориентироваться. Дальше идет недостаточность трехстворчатого клапана. В целом при этом происходит все то же самое, что при недостаточности митрального. Трехстворчатый – это трикуспидальный.
То есть у нас между из правого предсердия кровь поступает в правый желудочек и должна уйти полностью из правого желудочка в легочную артерию, но не сложилось. У нас не закрылись полностью створки по какой-то причине, и часть крови вернулась в правое предсердие. И оно быстренько стало шариком большим. Соответственно, при этом в пороке деформированный клапан недостаточно закрывает отверстие трехстворчатого или трикуспидального клапана, и кровь во время систолы поступает не только в легочное, но и в правое предсердие. Появился шарик, шарик попытался выбросить в правый желудочек больший объем крови, ну и понеслось все то же самое, только с правой стороны. Из-за столкновения обратного тока крови из желудочка с кровью, притекающей в правое предсердие, из полых коронарных вен возникает систолический шум также. Так же, как и при недостаточности митрального клапана, только мы в большей степени будем слышать его с правой стороны, а не с левой. Это ведет к растяжению правого предсердия и к быстрому развитию застоя вен большого круга кровообращения. Компенсаторная способность сердца выражена слабо за счет гипертрофии правого желудочка и правого предсердия, потому что они сами по себе тонкие. Итак, на пальцах давайте представим, что вообще происходит в этот момент. У нас фаза систолы, стрелочками указана. Кровь находится в правом желудочке. Она должна полностью уйти в легочную. Но не сложилось, так получилось, что часть крови попадает из-за несостоятельности клапана в правое предсердие, а в правом предсердии появляется очень большой объем крови. На минуточку сюда притекает тоже кровь, она притекает сюда постоянно, а здесь уже как бы занято. Кровь у нас получается, притекает из большого круга кровообращения, венозная кровь. И, соответственно, венозная кровь, там и так-то напор практически никакой, и движение крови идет за счет за счет там клапанов в венах и так далее, за счет давления, за счет того, что здесь должно было давление снизиться, оно опачки и не снизилось. И вот он застой. Вот они периферические отеки, вот у нас цит. Это связано с тем, что сюда кровь уже не может адекватно поместиться в том объеме, которым должно было бы быть. И из-за этого в венозном русле у нас остается крови больше, чем должно было быть. Из-за этого растягиваются вены, из-за этого будут периферические отеки, потому что жишка-то должна куда-то уходить, она уйдет в межтканевое пространство, и она уйдет в живот у собак. А у кошек она уйдет в грудную, как это ни странно. Ну, вот на УЗИ, оно жалко, тоже не двигается, показано момент регургитации. Вот мы видим, это правое предсердие, это левое предсердие, это левый желудочек, это правый желудочек. И, соответственно, можно сравнить, как они изменились. Левые камеры, они всегда должны быть больше, они больше объем крови выталкивают в большую, ну и на большую дальность, в отличие от правых. А здесь все получается наоборот. Левые камеры остались какими были, а правые настолько растянули, что они по сравнению с левыми стали значительно больше. Выделяют несколько вариантов клапанной недостаточности. Это органическая недостаточность трехстворчатого клапана, это по каким-то причинам изменение строения или структуры клапана. Это эндокардиоз трикуспидального клапана, кстати, по последним или не очень последним данным, теперь это принято называть миксоматозной дегенерацией, потому что, ну, понятие эндокардиоз это неправильно. И может быть функциональная или относительная недостаточность, ну, так же, как и со всеми другими клапанами. То есть, если у нас по какой-то причине расширилось кольцо
между предсердием и желудочком, так же, как и с левой стороны, так и с правой. Ну, допустим, у нас сюда попадает левый желудочек очень много крови, например, из-за того, что здесь есть дефект межжелудочковой перегородки. То есть из левого желудочка кровь поступает дополнительно в правый, и правый желудочек у нас растянулся. То у нас получается вот это вот, ну, растянулось все, и клапан в том числе. Кольцо. Из-за этого относительная недостаточность возникает. То есть сам клапан как бы нормальный, но он все равно не достает из-за того, что отверстие стало больше. Надеюсь, понятно. Недостаточность клапанов легочной артерии. Это бывает часто, и это большая проблема. Недостаточность клапанов приводит к тому, что правый желудочек во время каждой диастолы принимает кровь из предсердия и из легочной артерии. Оба тока крови смешиваются, создавая протяжный, постепенно ослабевающий диастолический шум. Порог не вызывает расстройство работы левого желудочка, пока компенсированы его функции. Гипертрофия правого желудочка выражена хорошо. Расстройство кровообращения в малом круге это результат непостоянства кровяного давления в сосудах. Порог компенсируется плохо, и при декомпенсации полость правого желудочка постепенно расширяется, гемодинамика нарушается. Что у нас происходит при недостаточности клапана легочной? В момент систолы в легочную артерию кровь вышла из правого желудочка, и дальше в момент диастолы кровь поступает и из легочной артерии, и из правого предсердия, хотя должна была бы только из правого предсердия. Из-за этого у нас получается здесь перегрузка, здесь становится очень много крови, лишнее, так как появилось лишнее. Чтобы это очень много крови выпихнуть, соответственно, у нас сердце старается компенсироваться, стенки утолщаются. А дальше уже долго они утолщаться не могут, рано или поздно наступает конец, и правый желудочек увеличивается в объеме и уже не может выкидывать тот объем крови, который нужен. Сужение левого атриовентрикулярного отверстия – это вообще очень плохой порог. В результате сужения отверстия либо стеноз митрального клапана, ну, я не очень правильно расположила. Правое предсердие расширится. Вообще все предсердия всегда расширяются. Что бы ни происходило, они как шарики становятся при любых пороках. В результате сужения отверстия поступление крови из левого предсердия в левый желудочек во время диастолы затруднено. Из строения мы помним, что здесь давление высокое очень. Здесь оно не настолько высокое. Ну, в норме. В левом предсердии оно гораздо ниже, чем в левом желудочке, потому что в левом предсердии кровь самотеком переливается в левый желудочек, а из левого желудочка кровь должна вытолкнуться в аорту на большой круг кровообращения. Поэтому здесь давление высокое, здесь не очень высокое. Сюда кровь постоянно поступает, как и должна была бы быть, но из левого предсердия она почему-то не может ей тяжело выйти. Она не может полностью выйти самотеком, а стенки у предсердия очень тонкие. Они не могут сильно гипертрофироваться, чтобы компенсировать эту проблему и преодолевать узкое пространство с той же эффективностью. И, соответственно, у нас быстро-быстро появляется расширение левого предсердия. Ну, компенсация крайне малоэффективна. Это один из самых тяжелых пороков, при котором наступает декомпенсация кровообращения практически сразу же.
Ну, потому что сердце не все предусмотрело, и вот это вот оно не может исправить. Предсердие расширяется, наступает застой крови в малом кругу кровообращения. Почему у нас при этом страдает малый круг кровообращения? Это вопрос. Итак, почему у нас страдает малый круг кровообращения при расширении левого предсердия? Более подробный ответ будет? Ну, практически, я бы сказала, что не выходит, а не входит полностью вся кровь. Вся кровь из легких просто не помещается туда, где уже все занято, все забито. Ну, в общем, да, правильно. Сужение правого атриовентрикулярного отверстия. Ну, я немножко неправильно написала, надо было писать сужение либо стеноз клапана. Ну, в общем, проблема в том, что крови не выйти из правого предсердия в правый желудочек. При этом затрудняется передвижение крови из правого предсердия в правый желудочек, происходит расширение правого предсердия, его слабая-слабая гипертрофия, потому что правые камеры вообще ничтожны по сравнению с левыми, а предсердие так вообще. Декомпенсация сердца наступает очень быстро из-за слабости мускулатуры правого предсердия. Кровь застаивается в венах большого круга кровообращения, гемодинамика нарушается, появляется асцит, гидроторакс, застой в большом кругу кровообращения, периферические отеки, ну и быстренько наступает смерть. То есть таких животных, ну такие животные, как правило, совсем недолго выживают. Лично я таких не видела, потому что, ну, они просто физически, они помирают почти сразу же. Дальше. Стеноз аорты – это то, с чем мы можем сталкиваться. Это может быть связано с сужением. Это может быть клапанный стеноз, надклапанный и подклапанный стеноз. Это может быть связано с утолщенными, огрубевшими клапанами, которые суживают отверстие аорты и затрудняют упражнение левого желудочка во время систолы. Так что часть крови после систолы остается в желудочке. Кровь, приходя через суженное отверстие, завихряется, ударяется о стенку аорты и завихряется вторично. Возникает систолический шум, левый желудочек гипертрофируется, а позднее расширяется. Вопрос следующий. Почему гипертрофируется левый желудочек при стенозе аорты? Время на ответ – минуту. Повторяю вопрос. Почему гипертрофируется левый желудочек при стенозе аорты? Ну да, все правильно. Действительно, чтобы обеспечить нужное количество кислорода для мозга, для всего остального и для сердца в том числе, нужно очень много, ну, нужно тот объем крови, который нужен. И, соответственно, чтобы этот объем крови получить, сердце подстраивается под сложившуюся ситуацию и, соответственно, гипертрофируется, чтобы выбрасывать через узкое отверстие нужный объем крови. Итак, о стенозах. Бывает
подклапанный стеноз, клапанный и надклапанный. Клапан здесь аорты. Это у нас предсердие получается. Это левый желудочек. Вот что-то, что мешает пройти крови под клапаном. Вот клапан, который плохо функционирует, не раскрывается полностью, не позволяет крови пройти. И если, допустим, здесь было бы все хорошо, то может быть еще надклапанный стеноз. То есть очень утолщение уже в аорте непосредственно над клапаном. И это тоже может препятствовать движению крови. И также бывают еще проблема с непосредственно увеличенной межжелудочковой перегородкой и митрально-септальный контакт. Как мы помним из предыдущей лекции, у клапанов, у митрального клапана створки имеют название, и вот эта вот створка, которая находится ближе к аорте, это септальная створка. Она при очень толстом межжелудочковой перегородке, она во время диастолы, в тот момент, когда происходит систола предсердия, кровь выдавливается из левого предсердия в левый желудочек, она может залипать к межжелудочковой перегородке, тем самым практически убирая возможность крови проходить через, соответственно, выводной тракт левого желудочка. Это не называется стенозом аорты. Это сужение выводного тракта левого желудочка за счет гипертрофированной межжелудочковой перегородки. Но по факту это также не позволяет выброситься крови из левого желудочка в аорту. То есть сужение выводного тракта левого желудочка – это не стеноз аорты. Аорта сама по себе при этом остается абсолютно нормальной и живет своей жизнью. И все с ней было бы хорошо, если бы кровь туда меньше не выбрасывалась. Чтобы меньше, это большая проблема для организма, потому что если выбрасывается на большой круг кровообращения меньше крови, чем нужно, то, соответственно, поступает меньше кислорода и наступает декомпенсация. Это еще называется переднесистолическое движение створки митрального клапана. То есть вот эта вот створка во время систолы чпок и прилипла. Картинка, к сожалению, тоже не работает, но здесь мы на картинке, если бы это было видео, мы бы вообще увидели ток крови, который пытается преодолеть вот это вот суженное пространство, потому что вот этот толстый левый желудочек и вот здесь вот стенка, межжелудочковая перегородка, она практически полностью перекрывает все. При этом что у нас должно, в принципе, возникать, какие изменения? Это изменения будут связаны, как всегда, характерные для любой сердечной недостаточности. В первую очередь у нас увеличится левое предсердие. Это связано с тем, что если у нас кровь нормально не может поступить в аорту, значит, она должна куда-то деваться, она вернется в предсердие. Дальше. Сужение отверстия легочной артерии или стеноз легочной артерии. Большинство публикаций и исследований показывают, что стеноз легочной артерии является третьим самым частым врожденным пороком сердца у собак, составляет от 21% от всех конгенитальных дефектов сердца. Конгенитальные – это врожденные. Реже он гораздо встречается у кошек, особенно в качестве изолированного дефекта. В большей степени это в случае аномалии Эпштейна можно найти всего около 3% от врожденных пороков сердца. И есть определенные породы, которые предрасположены к этому виду порока. То есть это в большей степени именно врожденный, а не приобретенный порок.
Вот, соответственно говоря, у нас на картинке хорошо показан стеноз легочной, и что при этом происходит. Это отверстие сужено, клапан там сросся, что-то произошло, что кровь не может выскочить в легочную артерию, но очень хочет. И, соответственно, у нас часть крови поступает обратно в предсердие. Предсердие расширяется. Не особенно эффективна гипертрофия у правого желудочка, потому что стенки гораздо тоньше, поэтому быстро наступает декомпенсация, быстро наступает застой в малом кругу кровообращения и быстренько наступает отек легких. Стеноз вызывает перегрузку давления в правом желудочке, что в результате дает гипертрофию. Правый желудочек развивает повышенное систолическое давление для преодоления стеноза, и это коррелирует с тяжестью стеноза. Они еще, ну, если мы доберемся до врожденных пороков сердца, то я это подробнее расскажу, это целая отдельная тема. Разница между высоким давлением в правом желудочке и нормальным давлением в легочной артерии, это градиент давления, это часто используется для описания тяжести стеноза. Легкий стеноз легочной артерии обычно не вызывает значительных гемодинамических эффектов, которые можно отличить от шумов, но при этом мы сможем это увидеть, допустим, на УЗИ. Гипертрофия правого желудочка увеличивает риск ишемии и аритмии, и гемодинамические изменения в форме правого желудочка могут вызывать вторичную трикосоидальную недостаточность. Ну, это то, что мы обсуждали ранее. Если у нас желудочек увеличился, растянулся, то и атриовентрикулярное кольцо, где находится клапан трикосоидальный, оно тоже расширится, и трикосоидальный клапан просто не сможет его нормально закрывать. При нагрузке правый желудочек может быть неспособным увеличивать объем ударов адекватно. Трикуспидальная недостаточность с или без миокардиальной недостаточности правого желудочка может привести к повышению давления в правом предсердии и возникает правосторонняя сердечная недостаточность. Для того, чтобы вывести нормальный вид легочной артерии, для этого нужно использовать краниальный доступ по длинной оси. Уж не знаю, зачем я это здесь написала. Не та тема. Двигаемся дальше. Так это конец. Это не совсем конец, это половинка. Да, мне жаль, прошел час, но осталось, я думаю, еще минут 20. Следующая лекция. Не будем останавливаться, иначе потеряем суть повествования. Недостаточность клапана аорты. Полулунные клапаны аорты недостаточно плотно закрывают отверстия аорты, и кровь во время диастолы частично возвращается из аорты в левый желудочек. Постепенно левый желудочек расширяется, а затем гипертрофируется. Ну да, мы уже должны понимать, что происходит в этот момент. Была систола, кровь вышла в аорту, там очень высокое давление. Давление было здесь высоким, было здесь высоким. Здесь давление начало падать из-за того, что кровь ушла, из-за того, что сердце расслабилось и принимает кровь из предсердия. И из-за недостаточности клапана аорты, еще и из-за аорты. Из-за этого здесь получается дофига крови. Очень много, сердце растягивается, сердце компенсируется, стенки утолщаются. Чаще всего причинами органической недостаточности аортального клапана бывают ревматизм, около 70% случаев это у людей, и инфекционный эндокардит. Инфекционный эндокардит у животных чаще приводит к гибели, к сожалению.
У наших пациентов можно предполагать врожденный порок или следствие инфекционного заболевания, описанные патологии сердца после перенесения, допустим, парвовирусного энтерита, либо чумы плотоядных. Ну и, может быть, врожденные дефекты артального клапана. Вот, в общем-то, то, как должен был выглядеть артальный клапан и как он выглядит при патологии. То есть одна какая-нибудь створка или все три створки не полностью смыкаются, и часть крови возвращается. Возможно возникновение относительной недостаточности артального клапана в результате резкого расширения аорты и фиброзного кольца. В этих случаях в результате расширения аорты происходит расхождение, сепарация створок артального клапана, и они также не смыкаются во время диастола. То есть сам клапан-то как бы нормальный, но по каким-то причинам, если очень увеличилась аорта, либо очень увеличился левый желудочек, либо и то, и другое, эти нормальные клапаны просто уже не могут между собой встретиться. Здесь было тоже видео прекрасное. Жаль. На УЗИ в Б-режиме, к сожалению, мы увидим только сам клапан в виде значка, но смыкание либо не смыкание мы не увидим. Есть на УЗИ такая проекция, при которой мы бы смогли вывести артальный клапан в виде значка Мерседеса. Вот по вот этому, выведя вот этот клапан, мы не можем оценивать объективно, есть ли у нас недостаточность. Возврат значительной части крови, выброшенной в аорту назад в левый желудочек во время диастолы, может превышать половину всего сердечного объема. Это будет очень тяжелая недостаточность для организма. В период диастолы левый желудочек наполняется в результате как поступления крови из левого предсердия, так и из аорты, что приводит к увеличению количества диастолического объема и диастолического давления в полости левого желудочка. Левый желудочек увеличивается и значительно гипертрофируется. И что у нас происходит дальше? Из-за неплотного смыкания створок артального клапана приводит к регургитации крови из аорты в левый желудочек. Обратный ток крови начинается сразу после закрытия полулунных клапанов, то есть сразу после второго тона, и может продолжаться в течение всей диастолы. Его также интенсивность и значимость определяют по градиенту давления между полостью левого желудочка и аортой. Здесь вот это вот будет немножко сложнее. Вам надо постараться прислушаться к тому, что я говорю, чтобы понимать вообще, как происходит, как развивается недостаточность. В данном случае здесь все рассмотрено на примере
Слышно? Глядини. Ну как? Ну как? Ну как? Слышно? О! То есть все слышно? Не знаю ничего про фон, я не знаю, что еще можно сделать. Продолжим, иначе никогда не закончим. Итак, основные гемодинамические следствия недостаточности аортального клапана – это конденсаторная эксцентрическая гипертрофия, то есть и гипертрофия, и дилатация, возникает в самом начале формирования порока. Признаки левожелудочковой систолической недостаточности, застоя крови в малом кругу кровообращения и легочной гипертензии, развивающейся при декомпенсации порока, то есть это позднее. Есть некоторые особенности наполнения артериальной сосудистой системы большого круга кровообращения. Это повышенное систолическое артериальное давление и пониженное диастолическое артериальное давление, плюс усиленная пульсация аорты крупных аортальных сосудов, а в тяжелых случаях и артерий мышечного типа артериол, обусловленное увеличением наполнения артерий в систолу и быстрым уменьшением наполнения в диастолу. И нарушение перфузии периферических органов и тканей за счет относительного снижения эффективности сердечного выброса и склонности к периферической вазоконстрикции. Также возникает относительная недостаточность коронарного кровотока, то есть не из-за каких-то там бляшек, как это происходит у людей, а из-за того, что просто не хватает крови и на сердце тоже. Сейчас листаем. Дальше происходит митрализация порока. Это то, что я вам несколько раз уже объясняла. Митрализация порока происходит практически всех пороков. Это дилатация левого предсердия в результате возникновения увеличенного объема крови и повышенного давления в левом желудочке. Возможность митрализации артальной недостаточности, то есть возникновение относительной недостаточности митрального клапана при значительной дилатации левого желудочка, нарушение функции папиллярных мышц, расширение фиброзного митрального клапана. Эта возможность возникает абсолютно всегда и при других пороках тоже. При этом створки клапана не изменены, там ни эндокардиоза, ни эндокардита, ничего другого нету, и створки обыкновенные, но не могут они полностью смыкаться из-за того, что клапан стал, из-за того, что кольцо стало очень широким. Обычно эти изменения развиваются в более поздних стадиях заболевания. При возникновении систолической дисфункции левого желудочка и резко выраженной миогенной дилатации левого желудочка. Митрализация недостаточности артериального клапана приводит к регургитации крови из левого желудочка в левое предсердие, расширению левого предсердия и значительному ухудшению состояния, ухудшению застоя в малом кругу кровообращения. Нейтрализация порока – это был основной момент перехода из компенсированного в декомпенсированное состояние. Также происходит эксцентрическая гипертрофия левого желудочка, увеличение диастолического наполнения левого желудочка крови приводит к объемной перегрузке этого отдела и увеличению конечного диастолического объема желудочка. В результате развивается выраженная эксцентрическая гипертрофия, это и гипертрофия миокарда, и дилатация полости.
Это один из главных механизмов компенсации. То есть, чтобы вытолкнуть нужный объем крови, нам нужно и больше крови выталкивать, и сильнее. Из-за этого происходит увеличение силы сокращения левого желудочка, которое обусловлено возросшей мышечной массой левого желудочка, и включение механизма Франклина-Старлинга, который обеспечивает изгнание возросшего объема крови. Еще одним своеобразным компенсаторным механизмом является характерная для артальной недостаточности тахикардия, ведущая к упрощению диастолы и некоторому ограничению регуртации из аорты. Это как раз особенность недостаточности артального клапана. То есть, если у нас происходит расслабление желудочка длится меньше, чем длилось раньше, то, соответственно, кровь, поступающая из аорты обратно, может поступать меньше по времени, ну и, соответственно, в меньшем объеме. Сейчас листаем. Есть. Далее происходит сердечная декомпенсация. Это снижение систолической функции левого желудочка, и несмотря на продолжительный рост конечного диастолического объема желудочков, его ударный объем больше не может увеличиваться или, может быть, даже уменьшается. В результате повышается конечное диастолическое давление в левом желудочке, давление наполнения и, соответственно, давление в левом предсердии и венах малого круга кровообращения. Возникает застой в сосудах легких при возникновении систолической дисфункции левого желудочка. Это следующее следствие недостаточности артального клапана. В дальнейшем при прогрессировании нарушений сократительной способности левого желудочка развивается стойкая легочная гипертензия и гипертрофия, в редких случаях недостаточность правого желудочка. То есть, если у нас наступила декомпенсация, и давление в малом кругу крови увеличилось, то из правого желудочка кровь, увеличенное давление, высокое давление в сосудах легких, кровь не может нормально выброситься, и возникает правосторонняя сердечная недостаточность. При декомпенсации недостаточности артального клапана, так же, как и при декомпенсации артального стеноза, не всегда преобладают клинические проявления левожелудочковой недостаточности из-за застоя крови в малом кругу кровообращения. Тогда как признаки правожелудочковой недостаточности выражены слабо или совсем нет. Осталось уже чуть-чуть совсем. Особенности заполнения крови артериального русла большого круга кровообращения. Снижение диастолического давления в аорте. Это объясняется регургитацией части крови, иногда значительной части крови в левый желудочек. То есть в аорту крови выбросилось нормальное количество, но диастолическое давление из-за того, что часть крови вернулась обратно, становится ниже. Потом появляется выраженное увеличение пульсового давления в аорте, крупных артериальных сосудах и при тяжелой недостаточности клапана, даже в артериях мышечного типа артериолах. Это достаточно важно в результате значительного увеличения ударного объема левого желудочка, повышения систолического артериального давления и быстрого возврата части крови в левый желудочек, опустошение артериальной системы, мы можем замечать падение диастолического артериального давления. То есть разница между систолическим артериальным давлением и диастолическим будет очень большой. Это связано с тем, что левый желудочек компенсируется и выбрасывает много крови и сильно, поскольку часть крови из аорты обратно возвращается, то
резко происходит снижение давления. И снова листаем. Очень медленный сайт. Потом мы также имеем фиксированный сердечный выброс. При аортальной недостаточности и при любой другой недостаточности в стадии декомпенсации в покое в течение длительного времени левый желудочек может обеспечивать изгнание в аорту увеличенного систолического объема вне зависимости от того, что произошло с сердцем. Сердце компенсировалось, и оно пашет в том режиме, в котором может длительное время, ну, длительно настолько, насколько может. И выбрасывает то количество из той силы, которая необходима. Однако при любой физической нагрузке, у собак это чаще всего бывает появление владельца либо исчезновение владельца в помещении, собаке сразу же нужно большее количество крови для головного мозга. Выбрасываются гормоны, и сердце должно работать эффективнее и больше, но оно уже не может сильнее. Его уже недостаточно, чтобы справиться с еще большей возросшей объемной функцией, и происходит относительное снижение сердечного выброса. И также при этом нарушается перфузия периферических органов и тканей. То есть если у нас длительное время есть сердечная недостаточность, особенно аортального клапана, происходит парадоксальная ситуация. Несмотря на резкое усиление сердечного выброса, наблюдается снижение перфузии периферических органов и тканей. Это связано с неспособностью левого желудочка еще больше увеличивать ударный объем при физической нагрузке и при эмоциональной. При декомпенсации порока большое значение приобретает также снижение систолической функции левого желудочка, то есть декомпенсация порока – это увеличение систолической функции при низкой диастолической, а декомпенсация – это снижение систолической и низкая диастолическая функция. Также в этом всем играет роль симпатоадреналовая система, ренино-ангиотензин-альдостероновая система, гуморальная регуляция и много других различных факторов, которые приводят к вазоконстрикции. При выраженной аортальной регуркитации нарушение перфузии периферических органов и тканей могут быть вызваны особенностями кровенаполнения артериальной системы, а именно быстрым оттоком крови из артериальной системы и замедлением движения крови по периферическим сосудам во время диастолы. То есть это как раз та причина нарушения перфузии органов и тканей всех остальных, из-за которой мы можем видеть отдаленные, не связанные с сердцем, но в то же время связанные последствия сердечной недостаточности. При тяжелой сердечной недостаточности мы можем часто наблюдать у животного, допустим, диарею. Это связано с низким, с резким снижением кровотока в тканях кишечника, и из-за этого уже нарушение функции кишечника. Мы при этом можем видеть периферические отеки. Мы, ну, при этом, соответственно, возникает почечная недостаточность, потому что для почек очень важно определенное давление в сосудах, и если это определенное давление уже невозможно обеспечивать, несмотря там, ни на вазоконстрикцию, ни на ренино-ангиотензин-альдостероновую систему и прочее, то мы наблюдаем почечную недостаточность, то есть все, что страдает в результате сердца, ну, все системы, которые страдают в результате сердечной патологии, они страдают из-за того, что снижается артериальное давление и нет возможности его поддерживать.
Ну и также наблюдается недостаточность коронарного кровообращения. Помимо того, что кровь не может доходить до кишечника, почек и всего остального, она не может доходить и до сердца, потому что у нас есть низкое диастолическое давление в аорте, а непосредственно кровоснабжение коронарных артерий происходит в момент диастола. И при этом у нас есть высокое внутримиокардиальное напряжение, то есть стенки левого желудочка во время систолы желудочка очень сильно нагружены, и из-за этого она не может адекватно расслабиться и получить достаточное количество крови. А сердцу тоже нужно чем-то питаться. Итак, а что, в общем-то, от нас нужно для того, чтобы говорить о том, как лечить животные? Вообще, зачем нам все это нужно знать? Нам это нужно знать для того, чтобы правильно и адекватно выражать свои и писать диагнозы, которые соответствуют состоянию животного. То есть, если вы скажете левосторонняя сердечная недостаточность, люди, которые имеют какое-то отношение к медицине, они вас поймут. Если вы скажете какие-то заумные слова, либо, допустим, левосторонняя сердечная недостаточность с эндокардиозом трикоспидального клапана, то люди поймут, что это бред, что так не бывает. Поэтому все это мы изучали и разбирали для того, чтобы стандартизировать определение, для того, чтобы прогнозировать течение заболевания, потому что есть патологии, которые могут длительное время компенсироваться, есть патологии, которые быстро декомпенсируются, есть патологии, которые вообще практически не влияют на давление. Допустим, небольшая недостаточность митрального клапана, она может очень долго компенсироваться, и животное, возможно, никогда этого не заметит, либо заметит там лет через 10, когда оно умрет от чего-нибудь еще. Опять же, нам нужно понимать, что происходит с сердцем для определения вида терапии, нужно ли нам на стационаре животное держать, либо можно лечить его в домашних условиях, для того, чтобы понимать, как быстро оно декомпенсируется. Нам нужно понимать, в каком объеме нам нужны препараты и как часто их нужно давать, как часто нужно повторно обследовать животное. Если мы видим два огромных предсердия, то понятно, что нам нужно делать это почаще. Если мы видим только начинающееся увеличение предсердия и утолщенные стенки миокарда левого желудочка, то мы можем смело там назначить повторный осмотр через полгода, допустим. И опять же нам это всем нужно для оценки анестезиологического риска, потому что есть патологии, которые, вероятно, декомпенсируются после резкого изменения или снижения давления, а есть патологии, которые, наверное, никак не изменятся после, во время анестезии, например, если у нас только произошло незначительное увеличение левого предсердия и гипертрофия стенок левого желудочка, то, наверное, это животное можно оперировать без опаски, что оно не переживет, либо сильно ухудшит состояние. А если у нас стенки левого желудочка уже очень тонкие, то, наверное, это животное можно попробовать сначала постараться компенсировать и потом оперировать, либо вообще рассмотреть варианты, которые можно обойтись без операции. Ну и относительно стандартизации, вы, наверное, часто замечали, что в диагнозах, которые касаются сердечной недостаточности, указаны какие-то циферки и буковки странные. Это функциональный класс и индекс. Я сейчас привела просто самую распространенную систему классификации, которую я... Их есть несколько, есть американская, есть английская. Вот эту вот классификацию давал Камолов. Не помню уже когда, но
Просто для того, чтобы понимать, о чем вообще идет речь. Итак, функциональный класс бывает первый, второй, третий, четвертый. Нулевой функциональный класс, то есть функциональный класс касается симптомов. Нулевой – это симптомы отсутствуют. Функциональный класс 1 – это симптомы редкие, провоцируются какими-то очень сильными нагрузками, либо эмоциональными, либо физическими. Второй функциональный класс – это симптомы, которые проявляются регулярно, но они при этом не сильно мучают животные и возникают в результате, опять же, каких-то серьезных нагрузок. Третий функциональный класс – это симптомы частые, иногда в покое, это когда у нас собачка плохо дышит, кашляет по 10 раз на дню. И четвертый функциональный класс – это симптомы частые, изнурительные, в покое, то есть дыхательная недостаточность не заканчивается. Если начинается кашель, то он длится очень долго и здорово ухудшает состояние. В этом случае можно говорить о декомпенсации хронической сердечной недостаточности в острую, либо наличии острой сердечной недостаточности. И у нас есть индекс сердечной недостаточности. Индекс сердечной недостаточности А, Б, С, Д. А – это внешние объективные признаки заболевания сердца, не вызывающие выраженных изменений и общей внутрисердечной гемодинамики. Это, например, касается эндокардиоза. Если мы на УЗИ нашли утолщенные клапаны, но эти клапаны вообще еще ничего не сделали, то это будет индекс А. Индекс Б – это объективные признаки заболевания сердца, вызывающие умеренные изменения внутрисердечной и общей гемодинамики. И возможен резкий переход к декомпенсации. Это, допустим, все тот же эндокардиоз митрального клапана, но предсердие уже увеличилось, а стенки левого желудочка уже стали толстыми. С – это объективные признаки тяжелого поражения сердца, приводящие к значительным изменениям в гемодинамике. Это увеличение предсердия и уже увеличение желудочка. То есть оно уже декомпенсировалось и идет снижение сократительной способности. И Д – это пациенты с критическими нарушениями геометрии и гемодинамики, состояние полной декомпенсации, то есть жизнь пациента мы поддерживаем медикаментозно, и без лечения он бы до такой стадии просто не дожил. Ну, вот вроде бы и все, по-моему. Ссылки старые, можно на них не смотреть. Да, по большому счету все. Если у вас будут какие-то вопросы, то вы обращайтесь. Я сейчас отвечу на вопрос, который мне задали. Так, следующая наша встреча через неделю. Спасибо за внимание.